Ты говоришь, скорее всего, будешь в порядке. Почему я в этом сомневаюсь, а? Щекоточный монстр. Да, это щекоточный монстр, по-моему. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и добро пожаловать во Friday Night Sight. Это SCP-модификация Friday Night Funkin. Вот, вы видите, сзади вот это. Это SCP Усато-Зубатый Мудилович, да. Очень известный SCP, SCP там... 228, короче, вот такой вот SCP. Не знаю, в общем, короче, мы будем тут в лаборатории. Да, на нас будут ставить опыты, на нас, на бойфрендах. На бойфрендах на нас будут ставить опыты. В общем, рядом будут гелфренды сидеть и плясать на колонке, все. Все как обычно. Но перед этим, пожалуйста, лайк поставьте, комментарий напишите. На канал обязательно подпишитесь, это очень важно. Ну и жмите колокольчик, включайте все уведомления, чтобы не пропускать новые видео, которые выходят часто. Каждый день по 3-4 видоса. Поехали, 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 давай. Так, это нам выдают задание, да, типа, иди вон туда. Ну как начиналась игра SCP, я помню, в принципе. Гелфренд, ни хрена себе ты выросла, а что это такое? А что? Там сзади вот эта машина, в которой можно предметы создавать. Чё-то я забыл, как она называется. Ну, куда? Меня, кстати, зовут D2. А наша girlfriend D1. Окей. Мне нравится, он нам протягивает бумажку. Типа, ну давай, бери, иди. Ты говорит, скорее всего, будешь в порядке. Что-то мне я не верю. Почему я в этом сомневаюсь, а? Меня отправляют в SCP, короче, как в качестве испытания, да, всех этих подлюк, и говорят, да ты, наверное, будешь в порядке, да. У нас всего лишь тут смертоносные аномальные объекты. Дам-дам-дам. Смотрите, Гелфренд там что-то клацает, по-моему. Что там Гелфренд клацает? Гелфренд, наклацай нам выход отсюда, нахрен. Так. Я вот уже плохо помню, как эта машина работала. Я помню, что я какие-то опыты с ней ставил там в оригинале игры. Какие-то предметы туда клал, мне потом другие какие-то выходили. Приятель, у меня не весь день свободен. Извини, чувак, придется потерпеть. Я не очень хочу умирать, понимаешь? Поэтому мы с тобой пока побатимся. Мне нравится, как они еще это... Ты, наверное, будешь парить. Ну да, ну конечно, ну конечно. Да, очень тебе верю. Прям сплошная вера. Смотрю в твои глаза, кроме веры ничего не зажигается. Да. Ага. О, смотрите, SCP. SCP-1081. SCP-1081. SCP-1081 это колонки, по-моему, какие-то. Какие-то университетские колонки или типа того, я правильно понимаю, да? 3, 2, 1. Ага, вот, мы получили SCP-1081, теперь мы на этих университетских колонках против охранников, да? Шикардос. Так. Пришло время заслужить свою зарплату. Ого. Ой, ребята, слушайте. Вы что, прикалываете? Так. Окей. Ну хорошо, ладно. По-видимому, придется взять уровень сложности полегче, ребята. Потому что это жесть какая-то. Итак, снова охранники комплекса SCP пытаются... Да. Пытаются заставить нас участвовать во всем этом говне. Так, ну вот здесь вот уже более выполнимо, да? А что же это за жесть? О! О, ну вот видите, тут уже хотя бы по две стрелочки идет. Ага. Здесь уже лучше. Ух, как старается охранник нас убедить, что давай, давай, заходи в эту сраную кабинку, да, наверное, или что-то. Сейчас будем исследовать аномальный объект. Так, ага. Окей. Не просто это, на самом деле. Если бы спама не было, я вообще не знаю, как бы я проходил. Кто там сверху пялится? Какие-то типы сверху, смотрите. Это ученые, наверное, да? Ну, какие умные, да? Сразу видно. Ага. Гелфренд довольная. Ей нравится SCP-1081. Она прям кайфует от них. Так. Ой, что такое? Че орешь? У нас, говорит, нет на это времени.
Ну это, ребята, это такой, знаете, этот заключенный, он такой, подопытный. Он любит рэп-баттлы. Он без рэп-баттлов не будет участвовать в испытаниях. Да. Он особенный в этом плане. Отлично. Так, хорошо. Никто не уйдет. По-моему, он это сказал. Ученые какие-то сосредоточенные наверху, у них лица как. Они очень озадачены происходящим. Так. Короче, охранник все орет на нас, и орет без конца. Подлюка такая. Да что ж ты никак там не заткнешься-то? И эти по бокам стоят. Два додика. Так. Ага. Вон, посмотрите, особенно вот на этого, который рядом с охранником, ближе к Гёфу. Так. Вот все, ну вот, да вот, что ж ты будешь делать? Какие настырные охранники. Они прям не оставят тебя в покое, да? Я ни одному показалось, что там сейчас Smoke on the Water Deep Purple заиграл. Па-па-па-па-па-пара. Ну ладно. Окей. С охранниками разобрались, да? Чё сейчас? А это кто такой? Добро пожаловать на сайт 19. Ага. Чё там у него? У него эмблема там какая-то. Он случайно не из этой организации, которая там типа... Да блин, я уже не помню, я это давно читал, когда... Исследование аномальных объектов или типа того. Может быть и он, может не он. Так. А может быть он сотрудник Хаоса, есть еще такое там, по-моему, в SCP. Как сотрудник Хаоса или что-то такое. Короче, тоже какой-то служащий здесь. Судя по всему. Так. Он сказал лососни тунца. Да, вот что он сказал. Это я не ожидал от тебя, конечно, сволочь ты такая. Так. Ага. Так, окей. Я боюсь что-то говорить, потому что он сейчас заговорит, и я пропущу его великие реплики. Так. Ага. Отличненько. Сыски? Он сказал сыски? Мне это не послышалось? Я тебя ненавижу, говорит. Какой злой. Жаль, что такой злой. Угу. Так. Отличненько, слушайте. Это у этого парня песня покороче, вроде бы, чем у охранников у SCP-шного этого комплекса. Так, поехали. Что дальше? Мы через всю карьерную лестницу пройдем этих мудил. Да, теперь. Не, вот это сотрудники Хаоса, наверное, да? Солдаты, короче, которые там за мной бегали, я помню. Так. Ой, ты посмотри, а. Ты посмотри, как мы увлеченно там это. Распеваем. Вот такие вот они солдаты. Музыкальные ребята. Музыкальные ребята эти солдаты. Их этому обучают. Особенно вот этот, который стоит. Главное не просрать. Да, и там вот башка тоже клевая. Сбоку. Трусится. Так. Ну, поехали. Чё? Хватит этого, он сказал. Enough that. Напоминает, кстати, Black Mesa конкретно вот это все. Из Half-Life. Опа! Шан, тварь! Замечательно. Разрушение это прекрасно, да. Так. Окей. Пара-п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 ара
Хорош. Ну нифига, слушайте, даже уже на нормале становится непросто. Вы видите, по здоровью у меня как-то. А, все, уже лучше. А, что ты там, чихнул что ли? Будь здоров! Будь здоров, солдат! Ага. Смешно, да? Очень. Так, о, неделя очищена. Очищена неделя. Так, теперь что? Теперь как мы обычно делаем? Переходим во фриплей и пытаемся там, вдруг мы что-то там найдем, как говорится. Explanation. Посмотрим, что за explanation. Так. 3, 2, 1, а это что еще за человек-сахар? Понятно. Доктор местный, короче. Местный ученый, изучающий всякое говно. Он меня сейчас будет, это самое, изучать на предмет того, могу ли я быть испытуемым. Так. 5, 4, 5, 9. Что, считать меня учишь? Классные слова у него. Ага. Жесть. Господи, это боже мой. Так. Ага. Ученые сзади, те самые два пацана, которые стояли, когда солдаты были, помните? Сверху. У них два ученых на весь комплекс, по-моему. Исследуют там меня. Подлюки. Так. Ой. Можем реально проиграть, тут что-то прям очень быстро. Ага. Так. Ага. Все отлично. Ой-ой-ой. Капец. Я прям из последних сил иногда, мне кажется, держусь. Прям сложно. Ух, какой. Так. Все. Пройдено. На нормале, на харде даже пытаться смысла нет. Потому как тут хреначат стрелочки. И теперь мы посмотрим, что за плейтайм. Тоже на нормале возьмем. Какое-то непонятное. Вот это, наверное, уже с цепи, да? Какое-то круглое красно-роже. А, это этот, я знаю. Блин, как же он называется? Я не помню, как называется этот с цепи. Но это, короче, прикольный. Он... А, щекоточный! Щекоточный монстр! Да, это щекоточный монстр, по-моему. Это классная тема. Он добрый очень, на самом деле. Смотрите, на него даже доктора смотрят с умилением. Ой, как мы поем. Так. Он любит защекотывать людей, постоянно жрет сладости. Вот что я понял. Там даже охранник потом или ученый говорил. Это первый из цепи, который я могу назвать очень миленьким или что-то такое. Так. Ага. Так. Ага, отлично. Смотрите, у него какая расстроенная мордаха там внизу, а. Ну, мне очень жаль, но я же бойфренд, я никогда не проигрываю. Что я могу поделать-то с этим? Ага. Поет он прикольно, кстати. Так. Ага. Хорошо. Получается. Отлично. Нормально. Ой-ой-ой, главное сейчас не умереть. А давай туда наверх повыше. Да-да-да, вот это правильно. Ой, хорошо. Пока живой. Блин, как же быстро на нормале стрелочки летел. Ну хорошо, чё, ой, так. Ага. Так. Все. И наконец-то мы увидели хоть одно настоящее СЦП. Хоть одно настоящее СЦП увидели, причем самое милое, самое доброе, самое замечательное из всех. В общем, вот так вот, ребят. На этом мы с вами завершаем.
Надеюсь, вам понравился этот цепи мод. Если это так, то ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и включайте все уведомления. А ссылка на мод внизу в описании. Заходите и играйте самостоятельно, если хотите. Все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.